играл. Вот это, по-моему, прикольно. Заходи. А, надо открыть сейчас. А потом пустишь брата за свой комп, я посмотрю, как он убивает три компа. Хотя бы, ну, в течение, допустим, получаса, как он выживает против него. Сейчас, Асик. Ставься любую расу, как хочешь. Не надо другую расу. Давай люди против людей. Сейчас. Да я считаю нормально с только стандартным героем. В интернете только стандартными играют. Ну да, не любит никто читерных. А чё, вы по 4000, да, всё-таки выбрали? Ой, не-не-не, я сейчас по 1000 сделаю. 4000, оно как-то сильно... И в интернете, по-моему, все играют то ли через 1000, то ли через 2, да, по-моему? Не, играю через 4000 где-то процентов. Ну, ФФА обычно играю через 4000. А чё эльфы? Давай люди против людей. Ты же говоришь, ты людьми играл. Не надо читерство вот этого. Крестики поставьте. Я ставил, теперь мне придется свет поставить красный. Слово читерства. Не понял. Скинси, ты не зритель, ты случайный. А кто поставил? Я ставил зрителей, странно. Еще раз крестик. А, нельзя свет менять, слышишь? Он же читерство. Через 1000 не так-то просто через конницу сыграть. Казарма стоит. Сразу 5 героев и 15 лучников сразу. И этот... Да пожалуйста, за 1000 ты его наднёшь. Через кого? Вот если бы героя бы... Я бы, говорит, всех натрюкал. Можете дать против... своего неубиваемого гномского героя. Чтобы его убить, нужно как минимум 5 пачек лучек, лучников этих. И покусить его в течение 10 минут. Не, ну они не настолько, но они очень крутые. Да все, ну, просто ставишь максимум. Чересчур читерный. Не знаю, я играл против тяжелого компа, я своего героя отслал просто вперед. И все. А лучниками стрелял по всем. И герой там, он там только к середине боя сказал, я типа ранен, я его отвел, похилил и все, я больше не хилил. Кен, он короче за Хума играет. Кто? Все, я все сказал. Он за Хума, и у него есть крепость. Крепость? Хумская? Да. Все, больше ничего подсказывать не буду. Мы так не договаривались. Кроме того, что он строит здание. Так что готовься. Сразу, что ли? Да, он здание строит. У него сразу замышляется гениальнейшая тактика. Гениальнейшая, я сейчас тебе скажу. У него есть ферма. Ну нахер. Через ферму играть это вообще, я не знаю, это сразу побеждаешь. У тебя есть ферма? И у тебя, да? В плане, да. Ну ладно, видно, что вы братья. Уверен, что против кого-то другого там была бы вообще другая тактика. Он бы не играл бы через ферму никогда. Фермы не строил бы вообще. Ах.
Вы именно такие два рашера, да? Ну нахер. Согласись, у него мечники намного круче, да? Не то, что твои чмошные. Твои бегут нормально, а у этих меч над головой, они явно хотят заповиновать. У тебя прям как ФФАшная... Это, блин, интернетовская тактика. Все, двоих уже не потянешь, да? И тут на тебя, нежданчик. 2-2. Конечно, там скиллую читер. С нетбука, видишь, он не доконтроливает. Что-то я ничего не делаю. Ты там нормально, а он не доконтроливает, видно. Ну и все. Это GG. Ну по сути уже не победить никак, да? А ты как... Ладно, не буду говорить кого. Зачем строишь? Что, и правда думал, что через 1000 населения у него уже тут армия конницы, что ли? Сюда. И честно, лучники против мечников. Все знают, что у лучников повышенный урон по мечникам. Бегите, мечники, бегите. Прям везде у него армии. А чё, как ты это сделал? Или я чё-то не понял? Что? Ух. Ты его убил? Нихера себе ты псих. Хумские копейщики самые крутые в мире копейщики. Я понял, нахера ты их строил. Варги, бейте его! Бля, бежит и сразу убивает, да? Бля, по одному, просто в спину, блин, бэкстапы. Ах ты ж. А чё у него хумские мечники быстрее твоих? Мои или его? Его. Мои быстрее, я тактику вот такую ещё ставлю, они скорость ускоряют. Да, ну ты, блин, через сколько, блин, они только начали догонять? Смотри, он хитрит, он микрит, короче, и он тебя обходит. Ну все, смотри, ай, чуть-чуть не домикрил, ну, ай. Не оставляйте ничего. Ну куда ты их послал, блин, ладно. Кстати, копейщики раньше здесь шли, знаешь, как мечники, только имбовые, понял? Сейчас они как стандартный юнит идет. Хоть дороже почему-то, а раньше это было просто типа как обычный лучник, да, и лучник Дейла. Вот. Так же самое и здесь. Обычный мечник и мечник только круче, с более большой пухой. Правда, без щита. Хотя щит тут все равно ни хрена не спасает, правильно, от луков, от стрел. Ну да. Меня это так, кстати, чуть вымораживает, почему так? То есть это глупо, я считаю. Ну да. Хотя вот некоторых мечников, да, я не знаю, возможно, даже у хумских есть эта вот стена щитов, которая вроде бы как чуть-чуть немножко лучше, чем копейщики, да, танчат против лучников. Хотя хрен его, не знаю, не тестировал. Вы прям такие макры, блин, играете, блин, с двух сторон прям воюете. Я так не умею. Мне надо сфокусировать всю мою армию и просто всей армии, всей. Ладно, вру, я так делаю, но не в ПВП. Против компов, да, потому что я знаю, где у него слабые места. Ааа, нет! Читер! Читерюга!
Мы же договаривались в самом начале игры без конницы играть. Мы не договаривались. Ты отходил просто, мы договаривались. Ты тогда, я не знаю, вышел покурить что ли. Мы такие говорим, давай будем без конницы, потому что ну... Она же ж лучников давит, ну ты понимаешь. Что, хилочек нету, что ли? А у кого-то хилка есть, а у кого-то нету. И теперь думайте, у кого есть, а у кого нету. Кто из вас тот, кто у кого есть, а кто из вас у кого нету, понятно? Никогда не догадаетесь. Потом поменяйтесь компами, слышишь? Ну нахер. Не, ну а чё, блин? По чесноку, чтоб было. Крепкий парень. Давай. Тащи, Том. Давай. Ай, блин, это же твой, черт, я не за тебя же должен болеть. Или за кого? Чей он вообще? Прикольно, так тормозят кони, блин. Что, не заметил? Своей смертью, да, умер? Бомбадил, да? Ага. Да его не так-то просто еще и убить. Не, он почти убил. Ну да, не так просто. Что тут у него тут конницы прям миллиард, этот лукарей миллиард. Ого, куда, как на наркоман? Правильно. Копейщиков и лучников. Все, больше ничего строить не нужно. Много копейщиков и лучников. И копейщиков. Ну да, это не гномские стрелки. Гномские стрелки бы этих фермочек уже разнесли бы в говно. А так беспонтовые вообще, трата ДПСа и только... Злишь Теодона, блин. Теодон пришел и не шутит, блин. Кто твой Теодон, если бы не Гендальф, понял, блин? Сидел бы там, если на троне бы и тупил бы, как дебил старый. Это что это такое? Че они не толстые? Че они такие толстые? Это не они толстые, это конница такая чмошная. Ты не сравнивай, блин, гоблинов тупых и хумских лугарей, блин. Халков-нагибаторов. Ну ты понимаешь, да, о чем я? Халки, они толстые. Вот, кстати, мне тоже самое вот не понравилось. Вот самая сильная конница, хоть она в меньшем количестве, все-таки у гномов, она реально убивает. Даже хумских лукарей, блин. Если она проехала, то редко кто уже встает после этого. Кто это, блядь, такие? Гондорские рыцари, блядь. Какие еще гондорские рыцари? Кто это такие, блядь? Где? Никого ни хера перепиздячили бы конницу, не убили. Что это за юнит вообще? Что тебе за дополнение, чувак? Таких юнитов не существует. Ну че их убить не могу, блядь? Это какие-то юниты нестандартные, блядь.
Эльфийские это... воины. Какие-то воины, блин, непонятные. У меня таких нету, блин. Что это за гомосятина, блин? Слышишь, но они могут менять оружие, подожди. Ну у меня таких нету юнитов, блин. Да нет у меня таких юнитов. Я понял. Но я не скажу. Но это чит. Я не знаю, что за фигня. У меня конница не может убить каких-то лучников, блин. Которых не существует, блин. Чтоб ты, кстати, знал, у тебя фермок не хватает, фермочек. А, все есть, да? А, ты просто сдох, да? Я понял. Что это за пехота, блин? Лориенская пехота, на. Охренеть, на. Все знают, что лориенская пехота самая крутая пехота в мире, да? Да при чем тут это? Ну смотри, вот я влетаю, ходится в пехоту. Что происходит? Ты взял того юнита, покажи ты его. После боя скажу. А, я понял, он с этого строит, да? Все, я понял. Да, не вообще какие-то странные. Что-то была резкая непонятная хрень тут. Нет, не разрушай. Все в жопу. Ты гонишь. Я не понимаю, что это за юниты и какого хрена они такие психоды, блин. Это воины с лучниками, понял? Это как глад с луком. А че их копья? Ну ладно, воин с лучником, но все равно их должны копья убивать, что за хрень? Да ладно, так можно было? Не знал. Все знают, что Роханская армия, блин, рулит. Не фильм, не в этом, не по книге, конечно, но в фильме, по крайней мере, рулит. Они как эти, как их называть, блин? Как орлы, да? Не слышно тебя, Зира. Да я ничего не говорю, я как рулит. А вы тоже приходят и тащат. Так же самая Роханская армия в фильме, по крайней мере. Пришла и затащила. А, ну и армия нет их. Нежити, блин. Мертвых. Проклятых. Или как их там правильно называют. Слушай, а нафиг вообще строить этих мечников? Ну видишь, они сильные какие-то, я не могу их ни конницы убить, я не могу понять, чего. Не-не-не, обычных мечников. Хорошо здания убивают. Да? Они ж написано, только фермы хорошо убивают. Здания они остальные херово. Голум! Как по мне, крысить, если крысить фермочки, то мне кажется, все-таки конница лучше, чем мечниками. Ну да.
Не, ну вначале, пока у тебя нету конницы. Уже пойди. Не, ну да, а зачем их продолжать строить? Если... Я не пойму, брат, что твои строят их, ну, если... Ну, блин, ну ты же стратег, ну думай, ну вот, что, против кого мечники эффективны? Против копейщиков, правильно? Если я строю конницу, кого он будет строить против меня? Копейщиков, блин. Ну, а не, так брат твой что не строит, я не пойму. Че он строит мечника вместо копейщиков? Какой смысл таких мечников? Они дохнут, блин, под конями, как... Не, ну ему, может, и нету смысла, а мне есть смысл, потому что я, типа, жду от него копейщик. Да я бы не сказал бы, что мечники лучше против копейщиков. Мне кажется, копейщики сильнее. Нет, мечники эффективны против копейщиков. Отряд мечников убивает отряд копейщиков. Уверен? А ну давай, все равно проиграете потом. Оставьте одну, один на один кого-нибудь. Хорошо. Только не прокачанный. Мне кажется, копейщики такие же, как и мечники, только не имеют недостатков никаких. Типа, нет. Защита от стрел, там. Что, ты проиграл? Все, я ухожу. Построй один отряд мечников. Ну, может быть, гондорская пехота, она у нее есть бонусы, понял? Надо сравнивать. Пехота нормальная, типа Урхаев. Гондорские мечники гнусские. А в смысле, я не совсем понял по поводу... Что ты имел в виду под бонусом? Ну, вот взять гном... Взять, допустим, гномский... А что ты выходишь? Построй! Останови своего копейщика, блин, он у тебя бежит куда-то. Ну, копейщик. Но он раненый и однозвездочный. Ты на его говоришь? Нет, он бежит за тобой, отряд копейщиков. Либо увольни его, либо хер его. Хера он тут. Но у него уже есть вроде бы отряд мечников. Мечников? Да. У меня тоже отряд мечников. Копейщиков построю. Вот наводишь на фондерского мечника. Преимущество пикинера и здания, производящие ресурсы. А у копейщиков преимущество кавалерия. То есть сознательно ты, если играешь конец, тебе надо чем-то убивать копья. Чем ты будешь убивать копья? Лучники не купили. Только не меняйте им ни стойки, ничего. И стену защиты, наверное, тоже не нужно ставить. Надо. Апгрейды у вас одинаковые там? Они могут быть, они могут и в ноль сыграть. Но дело в том, что даже в ноль это в плюс, потому что гондорская пехота стоит в два раза дешевле, чем стражи цитадели. Так. А наркоманские твои лучники, я их, блин, задолбался от них. Вроде какие-то лучники, посылают на них по два отряда конницы, там бегаю по ним, насрать. Все, файт. Ну да, натуре. Мечники круче. Хоть кого-то они убивают, слушай. Два раза дешевле стоят еще при этом. Возвращаемся домой! А ты от мечников? Да. А что вы еще там планируете? Да не, я сразу не понял, по-моему, там были добывающие здания. Я когда-то играл на этой карте, там, по-моему, просто ресурсы тикали за это здание. Они нанимались, какая-то хрень. Не, на разных картах по-разному. Тысячу населения, фул апгрейды там почти.
Все, вы уже леваете, нет? Да, сейчас он хочет своими... Ну так идешь ты в центр там воевать, нет? Да, он там хочет еще батл с эльфийскими вот этими наемниками, которые меня задолбали. А почем они хоть там были? Сейчас захочу, узнаю. Да, 350 это крутая пехота. Просто. Такая гномская должна быть. Такая гномская пехота, ты сравнил. Можно взять, допустим, гномских копейщиков и хумовских мечников. Гномовские копейщики нахер их разнесут. Нахер, я уже пробовал, я тебе говорю, вообще без шансов. То что... Я смотрел там по статам, у гномов там, у пехотинцев отряда чуть не под 700 хп, блин. А гномы вообще какие-то странные. У гномских лучников, таких метателей топоров, повышенный урон по другим лучникам. Они просто разносят эльфийских в говно. Топовых эльфийских лукарей просто в говно разносят. Ты вроде нормально выйдут. Может они против конницы эффективны? А что на них написано, когда ты их понимаешь? Наведи. Блядь. А, они анти-кавалерии просто. Они не сильные. Но они сильнее мечников чуть-чуть. Ха-ха! Победа. Ладно, все. Ты слишком силен. Да ты говорил, что очень медленная игра. Это ни хрена не медленная игра. Бля, статистику не глянул. Скин, ты глянул статистику? Сейчас глянул. Воина убита, нарастил 494, а брат твой 285. Что, давай еще раз? Какая не за хумов. Да я только за хумов шарю нормально, я больше ни за кого не шарю. Ну со скином ты видишь, что меня бы втащили, мне кажется, вообще в хуйне. Скин не захочет против тебя играть. Скин. Нечестно это, да. Так а чё ты? Он играет слабее меня, что не видишь? И что? Он трех компов тяжелых убивает, легко. Он вообще за Мордор будет, говорит, играть. Хули там Мордор. За Гоблина. За Мордор знаешь, как он мне раздаст, блин? Он за Гоблина будет играть. Давай. Ну кроме что из-за гоблинов, я не знаю. И можешь без троллей. Да не, ну со своими. И без лучников. Я не буду играть. Чё? Поменялись компами, попробуйте поиграть друг против друга на разных компах. Научаюсь делать.